Итак, у нас на очереди следующий представитель категории Marvel. Игра Balance. Так, все настройки на максимуме. Что ж, начнем играть, я еще не играл сам. Давайте осмотрим игру. Первый уровень. Так. Ну понятно, все что. Ох ты, ё-моё. Мышкой управляю. Оба-на. Да, пока легко все. Ну, это как завести шарик. Ну, что-то было подобное так. Ну-ка, а другой-то нельзя. Нет, только мышка управляю. А прыжка нет, нет. Нет, прыжка нет. Ну-ка, рекорды сюда. Нет, куда рекордов. Время идет. А, это время. Лабиринты, да, такие? Ну, собственно, ничего. Прикольная игра, простенькая. Ну, по сравнению с предыдущей игрой, Crying 3, я забыл там микрофон включить. Получилась игра без микрофона, я уже удалил, поэтому как получилось. Crying 3 была 2014 года игра. Так что я не знаю, будет на Crying 3 Full HD. Это была потрясающая графика, игра Recon Arcade называется. Мерхунс, так можно назвать. Я не ошибаюсь. Мехрунс. Так, Мехунс. Не помню. Именно так. Две игры. Recon Arcade. Аркадия. И Rolling Sun. Две офигенно красивые игры на максимальных настройках на движке. CryEngine 3. Ну все на этом.